Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Владельцы этого имени всегда выглядят приветливо, чуткие, умеющие быть снисходительными. Они легко добиваются признания и дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди близких людей, но и всюду, где появляются. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Отсутствие дружелюбия – склонность к мизантропии. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Зачастую у представителей этого имени отсутствует способность к творческому мышлению. Но бывает так, что накопленная энергетика после отдыха или спортивных игр резко придает энтузиазм в творческих направлениях. Но этот порыв действует недолго. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Звук «У» дает человеку активное воображение. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.